К незаконному обороту наркотиков причастен 28-летний нигде не работающий одессит. Сотрудники милиции установили, что мужчина намеревался сбыть партию кокаина оптовым покупателям. Во время проведения обыска в салоне автомобиля злоумышленника было обнаружено и изъято 6 полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета общим весом 300 граммов. В ходе проведения санкционированного обыска было обнаружено и изъято 6 пакетов, в которых находилось более 300 граммов особо опасного наркотического вещества кокаин. В процессе было установлено, что данный кокаин был приобретен у одного из жителей города Киева. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков на территории Одесской области. Как пояснил задержанный, кокаин он приобрел для последующей перепродажи. Изъятые у вас пакетики с порошкообразным веществом. Что это такое? Чем они являются? Наркотическим веществом кокаин. Кокаин. Там 6 пакетиков. В каждом пакетике по сколько грамм? По 50 грамм. По 50 грамм, то есть общий 300 грамм кокаина. Да. Где вы приобрели его? Черный негр. Негр прислал? Негр прислал. Он сюда привез его или как? Он просто через человека сказал прийти и где забрать. Где вы приходили и забрали? По ценам черного рынка стоимость изъятого наркотика превышает 75 тысяч долларов. Открыто уголовное производство. За незаконное хранение и сбыт наркотиков подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.